have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки. Здорово. Один встал, другой упал. Нормально, хорошая компания. Ну ладно, всем доброго времени суток. С нами Слаг, с нами Чайник, с нами Шавуха. И я чуть не упал, не упал. Нормально, двое. Хватит падать. О, мертвый, наконец-то, давай. Он хорошо смотрится в кадре. Давай. На тебе, в колено. О, быстро. Стрелу. Так, хорошо, ребят, давайте. Я сегодня. Тут место добавили новое, хочу его показать. Красивое, ночью особенно. И на максимальной графике. Отлично. С RTX. Поняли, ребят, кто сейчас смотрит с RTX, все автоматически выиграли в этом просмотре. Тин. Во. Брозен Сити. Брозен. Так, погодите, а вы где, народ? Ух ты ж ё. А за что меня-то? Так ты тоже агрессор. Ты агрессивный стоял. Ничего не знаю, я тебя застрелил. Место крутяк, не спорю. Что еще есть? А где вы вообще? КТ, объясняй. Прыгай. Мы где-то в городе нигде. Что за бред? Лагерь возле снежных гор, знаете где? Поздно. Уже снежные горы возле водопада. Слишком далеко. Так, это что, Skyrim Style был сейчас, поездочка на лошади? Понятно, я до вас не доберусь никогда. Заспавнись там просто. Народ, если бы вы там сейчас не стреляли бы друг друга, было бы вот, неплохо. Сейчас я не стреляю. Отлично, я бы сказал. Ну это же это, классика. Ну так там. Забавный факт, если мы сейчас обо что-нибудь врежемся, я умру. Жить, а почему у тебя лошадь такая быстрая? Может это мустанг. Фига себе. Рой мустанг. Нет, к сожалению. Прикинь, конечно, хотелось бы досекать. Конечно, хотелось бы Марк. Вон уже и столбы стоят. Чё лошадь ржёт? Ты чё там, на ухо анекдоты рассказываешь? Про Штирлица? А. Так куда ехать-то? Огромный корабль в пустыне вроде есть ещё. Знаете, где это? В пустыне, что ли, ехать теперь? Ну, фишка в том, что я не разбираюсь где-то, что находится, а вот ориентируйтесь по той инфе, которую кот кидает, потому что... Так, теперь я пойду за поездом. За поездом. Вставай. А почему я валяюсь? Что за ужас? Где ужас? Я? Почему так темно? Ну нормально. Так, может звука, кстати, немножко-то подбавить? Ну-ка попробуем. Ладно, я-то у Данила на карте помечаюсь. Ой. О, а вот Слаг. Давайте к парому. О, доброе утро. Так, садись, паром плывет. Садись. Так, заплывай, пока. Мы слишком далеко. Меня просто отрикошетило от перил. А как сюда заплыть? А, вот, нормально. Паром же сейчас пойдет по маршруту, да? Будет рядом с вами проплывать? Это бред, давай на Калахан там этот. Ну, короче, на паром сейчас, походу, все засаживаемся. Я могу где-то остановить паром. Вот, давай, вот тут. Это да, это где Калахан. Усадьба. А, он развернулся, едет в этот... Всё, плывет в Пуэрто-Дорадо. Ничего себе. Ты где салют? Это его на М можно сдать и на этот. На карту смотри. О, я тут могу ограбить банк. В фоторежиме вылази. На М? Исчезает курсор. Как вам так, такое? Все, запускаю. А мы еще одного не дожидались, подожди. Запускать? Нет.
А, все нормально, да, едем в этот, в Пуэрто. Плывем, точнее. В Пуэрто-Дорадо? Да-да-да. Ну, короче, куда ты приехал уже? Так, ну, по идее, он должен на этом остановиться, в порту. Да, он просто сейчас приедет. Приседания сегодня. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. А, мем старый, как я. Ну ладно, я не старый, но мем старый. Курочка еще старше. Ну понятно, что мне. Сколько стоит фейерверкная кошка, интересно. Смотрите фокус, ребят. Не туда. Да ё-моё. Не, погоди, играем в крестики-нолики. Я покажу. Вот так надо. Порча имущество. Да хорош, ПВП же. Примите набор. О, пианино. Сейчас. Да я тебя убивал? Ты мне больше хп нанес. Я тебе сейчас еще раз выстрелю. Хп нанес. Я сейчас двустволку достану. Ой. Чего вы постоянно ПВПшитесь, ребят? А так, вставайте жить дружно. Рипнулся. Да не... Да бред, влетел. Выстрелил с лага. Да я не думал, что такую очередь дам люту. Понятно все с вами. Спавнится здесь, в Пуэрто-Дорадо, сейчас заплывешь сразу на корабль. Ты хочешь, чтобы кровь из ушей пошла? Играется. Это вечеринка, отстой, я ненавижу этих чертовых людей. Можно Титаник покосплеить? Сратый паром! Параплан, параплан. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. А где слаг? Не надо! А он плывет там? Даже не надо! Ты меня чуть воду не сбросил. Да ты меня выпускать не хотел, иди. Да зачем? Блин, чебурекнулся. Стой! А что стой? Как его остановить-то? Легко и просто. Вот, тут рыбы летучие. Теперь запускайте, пожалуйста. Там еще слаг не доплыл. Человек за бортом. Человек за бортом. Помогите ему убить. Накидайте ему свинца в карманы. Опасность! Кирка! Труда ходящая! Не надо! А мне мало полезностей! Я выпал. Да, зачем? Так, а куда мы плывем вообще? Чем мы будем делать? Я без понятия, но меня хотят майнеры замайнить. Мы тут сходим, нет? Ой, я хочу, да. Кстати, кое-что показать. Фрунт, где? А, я вот тут. А, черт. Так. Прими мою дуэль. Вот, опереди на Федота, успокойтесь. Встань. Всплыви. Так, принимай мою дуэль. Не хочу. Мне надо... Не буду. Рискни. Тогда я продемонстрирую на другом человеке. Так. Чайник, прими мой дуэль. Я должен тебя залососить. Не, парни, я капитан этого корабля. Сейчас покажу, что я хочу сделать. Так по стенкам меня не размажь. Сейчас. Табурет, ты готовься в случае чего останавливать, потому что меня чувствую это, сейчас утопят. Реально, погоди, может ты собрался рыбачить? Тут акулы не водятся вроде. Бред, останавливайся. Ребят, человек за бортом. Нет, нормально все, говорю. Давай, запускай. Так прикол в том, у меня... У тебя воздух там не заканчивается? Меня не тянет за кораблем, если что. Я остаюсь на месте. В пространстве. Так давай, запускай поскорее. Он сейчас очухается. Я все это время как бы не сопротивлялся. Помогите. Давай.
Я... Ну ладно, пофиг. Выползаем. Поплыли. А и так плывем прекрасно. Зачем? Ну а чё? Я этот, дебошир. Только не такой, как друг Слага. Это очень инсайдерская шутка. Ты чё такой агрессивный? На тебе 15 урона. А ну адекватным стал быстро. Так, я сейчас найду какой-нибудь адекватный. Резня. Так, если я тебя еще раз ударю, ты умрешь, так что давай-ка ты обратно безопасно станешь. Безопасно. Я тебя тоже могу убить. Не можешь. У меня пистолет есть. Глянь, под такую тревожную музычку, чего бы и нет-то? Почему бы не стрелять Слага? Слаг, слух, не надо. Слух, не надо? Слуг! А меня за что? Уловила! Потом за борт, наказание. На кормаку вам. Сейчас вот Бенни-Хиллс вроде называется. Ну-ка, давай. Попался. Так, стой, отпусти его. И забудь. Большая черепаха. Блин, ну чё, что ты его так рано отпустил? А ну стой. Ладно, Жак Фреско. Я руками застрял в этом. Нормально потом. Где он? Внизу теперь висит. Он застрял, по-моему. Что вы сделали? Отпускай. Хватит майнить чувака. Отпускай быстро. Я его... Что? В смысле не могу его залососить? Это опасный преступник. Дай тебя залососить, пожалуйста. Нет. Яростное кликанье. О нет, я снова это активирую. Я как-то это делаю. Первый раунд. О! Чувак, не стрел, вы шо, офигели, слушай, что ли? Слушай, это зря так со мной шутки шутишь. Человек за бортом. Я заманался, давай по всему кораблю следить, где что находится. Ловите его на это, за труп. Слух утонул. Ты должен был утонуть. Отказ. Ловите его. Интересно. Да ну блин, стой. О, мы что, в Мексике, что ли? Да. Тут чел. Ты плохой. Арестовываем его. Кто включил дядя? Мексиканский фильтр? О, 300 баксов лишних, ничего себе. Ладно. Нифига. А можно пошутить? Давай. А, попробуй. Да, ну, а, можно на канале запрещено такие. Отдай его. Отказ. Не купайся. Отстреливай рыбку. Я сейчас сдохну. Я принесу вам голод. Всё. Смерть. Понос. Ой, я его. Вы наконец-то подохнете. Лови его, лови. Лови. Рыбачим. Мне кажется, мы не успеваем. Симулятор рыбалки, блин, 2022. Да ну блин, подпрыгни вверх, я тебя поймаю, лососиный. Остановите лодку, человек за бортом. Остановитесь. Сейчас остановитесь. Там рыба летучая, видели? Что, блин? Да рыба улетела в рай. Как вы готовы ловить плотву? Лошадь, что ли? Зачем вам лошадь ловить? А где? А где? В Казахстане лошадь? Да ну, блин, ловись, рыбка. А это ты зря, я тебя поймаю. Ты думаешь, я тебя не там поймаю? Там еще кто-то приплыл. Так давай я. Быстро, запускай, внизу, он сейчас, внизу. Он начухается. Сейчас умрет. Но он вроде нормально. Вы сейчас утопите. Вы че? Это вот он бегает. Мне кажется, он хочет, он хочет ограбить. Там... Это он Слага пришел убивать. Тихо, быть. Тихо, без паники. Там злодейство происходит. Да. Сейчас я буду ему показывать любимый прием.
добивайте, добейте выживших. Я его застрелил. Да. Я здесь что, теперь хп так не регенится? Ну, кто-то из нас может стать барменом, и ты сможешь купить еду у него. Не, его регенится вроде потихоньку. Давай, кто-то другой станет барменом, не я. Приплыли. Ты где? Аж берег вышвырнуло. У тебя коня это размазало. Это нормально. Почему? А, у меня энергии нет, потому что... Кто мне там дуэль предлагал? Нет! Да решетку его. Пойдем. Надо за борт его кидать. Что вы? Как не люди. Не, ну я могу его колено прострелить. Слушай, а я рассказываю тебе историю про своего кузена. Раньше он тоже был бандитом, а потом ему прострелили колено. Данил, отпусти, пожалуйста. Уверен, что ты хочешь быть отпущенным? Конечно. Да ну, грехи. Давай наваливать боком. Все грехи надо отпускать, да. Бог простит, а я... Кто хотел месть связать? А я не простит. Давай, кот, выбросишь меня за берег, лох. За берег? Я остановил время, все. Ребят. А меня за что? На этой оптимистичной ноте я думаю, что наши покатушки по реке будем заканчивать. На это, конечно, можно смотреть. Ну тогда предлагаю застрелить Свага. Зачем? Меня, по-моему, немного забыли. Становите корабль. В любом случае, приходите играть в Wild West, приходите не одни. А пока что, спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра. Остановите корабль, мне целиться неудобно. Всем покеда.